Ребята, встаньте из-за парт и сейчас выполним несколько гимнастических упражнений. Соедините пятки и поднимите прямые руки в стороны. Смотрите вперед, спинка прямая. Будьте внимательны, соблюдайте счет. Начинаем. Левую руку за голову и посмотрите направо. Раз. Исходное положение. Два. Правую руку за голову и посмотрите налево. Три. Исходное положение. Четыре. Добавим темп. Левую руку за голову. Раз. Вернулись. Два. Правую руку. Три. Исходное положение. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Опустите руки. Во втором упражнении будут наклоны вперед и назад. Встаньте ноги врозь, руки поднимите вверх, напрягите и не опускайте их. Приступим. Наклонились вперед и коснулись руками стоп. Раз. Выпрямились руки вверх. Два. Слегка наклонились назад. Три. Выпрямились. Четыре. Продолжим. Вперед. Раз. Выпрямились. Два. Назад. Три. Выпрямились. Четыре. И раз, два, три, четыре. Очень хорошо. Опустите руки. Завершим динамическую паузу прыжками в сочетании с ходьбой на месте. Встаньте ноги вместе, руки поднимите вверх, и на первые 8 счетов будем прыгать на двух ногах, а затем маршировать с активной работой рук. Прыгаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прыжки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Марш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. Здорово. Продолжаем урок.